Друзья, всем привет! Сегодня мы поедем на авторынок «Зеленый угол». Там есть стояночка подбитых машин, которые, в принципе, продают в таком же виде, как их привозят с Японии. Мы на этой стоянке были, заказали осмотр автомобиля. Сейчас мы посмотрим ее. Аж слезы текут от радости. Ну и вам все покажем и расскажем. Друзья, всем привет! Ну и давайте посмотрим. Посмотрим, что у нас здесь продается. Значит, стоянка. Большинство автомобилей здесь, они битые. Вот эти автомобили с правой стороны, они на продаже, продаются. С левой стороны автомобили, вот эти вот все вот битые, они уже все куплены, ожидают отправки. Итак, давайте посмотрим. Значит, Suzuki Every, такой кейкарчик, да, объем двигателя 0,7, механика 660 кубиков, он 4 воды, автомобиль 2016 года выпуска, подбитый в морду, стоит в таком состоянии 300 тысяч рублей. Можете позаходить на дром, посравнивать ценники на целые автомобили. То есть визуально по левой стороне он идет целый, все целое, то есть немного подбитый в морду. Такие автомобили постоянно спрашивают. На коробке это еще и редкость. В принципе, глобала здесь никакого нету. Под замену идет лобовое стекло, капот, крыло, дверь можно будет сделать. Немного подзамяла стоечку. Внутрянка вот эта, она вся делается. Пластик вот этот тоже меняется. Он открытый. Как видите, здесь все целое, подушки целые, ничего не срабатывало. Ручник, коробка. 300 тысяч рублей. Ну, возможно, задело подвеску. Да нет, вроде там все идет целое. Следующий автомобиль — это Toyota Passa. Ну, не Toyota Passa, а Daihatsu Boom. В принципе, что одно и то же. Мотор 1 литр, 2012 год, 565 тысяч. Так, а с ним пока понять не могу, что. Ну, данный автомобиль, видимо, целый. Потому что цена как бы за целый автомобиль. Рядом стоит подбитый Rush. Либо Rush, либо Бего, пока шильдика не вижу. Вижу, что у него что-то с мордой. 2015 год, нет. Вот здесь я не понял, девятый год. А, 1,5 литра, они все 1,5-литровые идут. 2009 год, стоимость 716 тысяч рублей. Я напоминаю, вот это все автомобили, которые уже куплены. Левая сторона у него чистая, целая. Он на литье, на летней резине. Кому интересно, будут вот эти вот битые автомобили, сейчас мы до них дойдем. Ссылочка на продавца будет в описании. Ну, здесь вообще по мелочи. Бампер под замену. Крыло. Внутрянка немножко там подзагнула ее. Это все делается. Все остальное идет целое. Следующий автомобиль — это Nissan X-Trail. 2-литровый, 4 воды, 2014 год. Подбитый в морду. У него вижу то, что... Ага, в морду. Не только в морду. В морду, крыло, дверь, подвеска у него ушла. Видите, колесо криво стоит. Стоимость автомобиля 1 миллион 50 тысяч рублей. За целый идет. Посмотрите, как выглядят стреляные подушки. Тут, видимо, уже запчасти лежат. То есть, прикупили решетку. Подогревы, 4 воды, подушки все стреляли. Ну, торпеду, как правило, кто-то меняет торпеды, кто-то просто их клеит, делает. Так вот выглядит взорванная подушка. Шильдик какой-то есть, пробег. На 107 что-то нужно будет делать. Следующий стоит Мувик. Вижу, что у него что-то с задней частью. 0,7, 16 год, 345 тысяч. Лобовое стекло идет треснуто. Видимо, немного поджатый заднюю часть. Да, в принципе, совсем чуть-чуть. То есть под замену есть притертость на крыле. Это все делается элементарно просто. Под замену идет бампер, хотя бампер можно нагреть, вытянуть.
Видите, даже дверь, в принципе, целая осталась. Но, скорее всего, тазик, так называемая, планочка ушла. Либо меняется торцевая планочка, вот, либо все это дело просто вытягивается. Но, опять же, соотношение цена, качество, пробег. Как правило, цена небольшая на такие автомобили. Ну и пробег на таких автомобилях, он идет маленький. Да, видите, вот ушло. Так, вылезти, почему он без климат-контроля. Руль обычный, пластиковый, переднее сиденье диваном. Салончик чистый. Но вот опять же, в таком состоянии автомобиль пришел с Японии. Вот, его сейчас полирнуть, почистить. Салон будет чистенький, ухоженный. Так, ну и следующий автомобиль, который куплен. Это Honda Везель, хорошая комплектация. Он Z-ка идет, гибрид, 1,5 литра, 14 год, 1 155 000. Под замену у него бампер, переднее правое крыло, фара, скорее всего, она, крепление поломаны, капот, подушки, скорее всего, также стреляли, переднее левое крыло тоже ушло. Ну, его можно сделать. Странно. Так, не открывается, потому что по зазорам. Странно, подушки не стрельнули. Обычно в Хондах им достаточно немного, чтобы взорвались подушки. Но это только плюсом идет. Ну, не будем мучить автомобиль. Двери открываются с трудом. Так, напоминаю, вот эти все автомобили, они куплены. Пойдемте посмотрим, которые еще не купили. Так, ну немного мне вот подсказывают. Значит, вот эти автомобили все куплены. Вот этот ряд, который идет, они все аукционы. То есть их можно найти в статистике. Итак, ВИЦ литровый, 12 год, 495 тысяч. Мираж белый цвет, мотор литровый. Так, с ним что? Четырнадцатый год, 399 тысяч. Но с ним практически ничего, то есть он немного тюкнут. Крыло у него вот здесь, да, подвеска, в принципе, ну вот я отсюда не вижу, но я думаю, то что все там идет целенько. Следующий ВИЦ 1 литр, 14 год, 445 тысяч рублей. Ага, открытый. Если честно, сам не могу понять, что с ними происходит. Либо они не битые, либо не знаю. А, Toyota IQ. Такой вообще мини автомобиль. Тоже на аукцион. А вот можно посмотреть. Ну да, это целые автомобили получается. Смотрите, какой кожаный салон. Я не знаю, кого там можно посадить на второй ряд сидений, поместится ли там вообще кто-то. Кнопка старт, пищалочка, лежит аукционный лист. Я думаю, то, что он лежит родной. Автомобиль 3,5 балла, пробег 79 тысяч. Кузов у автомобиля идет целый. Симпатичный такой автомобильчик. Стоит он. Посмотрите, вот автомобиль сам маленький, да, какая широкая дверь у него. На литье, на летней резине, 9-й год, 435 тысяч стоит автомобиль. Livorg, мотор 1.6, турбо, 14-й год, 1 039 000. Я так понимаю, он пришел подбитый, поменяли на нем крыло, остальное будут доделывать. Бампер идет под покраску, фара идет под замену. Так, вдруг не съешь меня. По правой стороне автомобиль идет целый. Давайте посмотрим. Ага, закрыт он, блин. Не повезло. Хотел посмотреть, что под капотом, но я думаю, там все целенько идет. То есть просто фару под замену, капот под покраску. Лобовое идет родное. Литье. Ну, подкрылок немного отошел. Все остальное идет целое. Далее, значит, ВИЦ идет подбитый уже. Уже вот это 100% подбитые автомобили. Год сейчас посмотрим.
автомобиль 4WD, сзади стоит у нас почему-то запаска. Значит, он у нас 1.3, 4WD, 15 год, стоимость 545 тысяч рублей. Подбитый в морду, под замену капот, бампер, фара. Сейчас посмотрим, что у него под капотом, если он открыт. Да, он открыт, подушки целые, подушки не стреляли, мультируль, подлокотник, кстати, хорошая комплектация, кнопка старт, зеркала складываются, вариатор, климат-контроль. Опа. Так. Где у нас палочка-выручалочка? Значит, смотрим, что здесь. По левой стороне крыло под замену будет. Центральная вот эта планка, она на первый взгляд целая. Смотрите, а вот левый, с левой стороны лонжерон его загнуло. Я не знаю, какой-то удар такой был. Радиатор уже поменяли. Поменяли радиатор. Вот здесь придется делать. Вот здесь шов разошелся. Капот. 15 год. 545 тысяч. Стоит такой подбитый автомобиль. Ладно, закрываем его. Рядом идет Honda N-Box. Автомобиль, кстати, вот этот проверяли. Вчера его покупают. Он подбитый. Вот он, я не помню, сколько он стоит. По-моему, он... Не помню, ребят, какой год стоит. А, 390 тысяч он стоит. Человек хочет его приобрести уже. У него задаток, если он будет покупать его через нас. Он хотел его сделать здесь, во Владивостоке. Вот, если будет покупать все-таки через нас, покажем вам сам процесс, как это будет выглядеть. Ну, довольно интересный автомобиль в плане подбитости, да. Дальше давайте посмотрим. Тоже не менее интересный автомобиль, но вот здесь уже такой посерьезнее, да, подбитый. Это у нас ВИЦ, полторашка, РС, 16 год, стоит он 565 тысяч рублей. У него ушла стойка с левой стороны. Сейчас посмотрим, открыт он? Да, он открытый. Кнопка старт, зеркала, управление магнитолой, сиденье вот такое. Ну и посмотрите, да, вот состояние, как она ушла, эта стойка. Сейчас покажу с левой стороны. У него литье, летняя резина. Задняя часть автомобиля вот тоже не могу понять. Но, видимо, как-то по зазорам оно ушло, потому что, видите, вот зазор какой здесь. Колесо он порвало. Ну, тазик идет целый. Салон, кстати, аккуратненький у него. Ну, и что у нас здесь происходит с вами? То есть, да, не хило так, не слабо. Но здесь однозначно, я так думаю, порог будет меняться, стойка центральная будет вырезаться. Двери мы вряд ли, конечно, откроем. Посмотрим сейчас, что с ним. Ну, хорошо ему так досталось. Ну, зато потом будет как новенький. Кстати, крыша даже, смотрите. Крыша немного ушла, вот сдвинулась. Не крыша, а стойка вот здесь. Здесь зазоры большие. Ну, поверьте, все это делается. Кто-то покупает такие автомобили осознанно, да, покупает битье, восстанавливает под себя, кто-то перепродает, но кто-то выставляет как не бит, не крашен, и кто-то же это покупает, думает, что ездит на целом автомобиле. Поэтому, ребят, не забывайте проверять автомобили перед покупкой. Ладно, дальше. Daihatsu Mirai S, свежий кузов, 660 07, 2017 год, 385 тысяч. Досталось в мордочку, по большей части в левую сторону. Крыло под замену. А здесь кузов. Это все будет делаться. Подушки стреляли. 385 тысяч.
Ну и по правой стороне есть еще нюансы по дверям, по арке. Открывать не будем заднюю дверь. Неплохая комплектация. Так, дальше стоит Латио. Еще какая-то там собака. 16-й год, 345 тысяч. Новый кузов, свежий кузов. Относительно недорого. Сначала не понял, что с ним, потом смотрю по задней части. Пойдемте поглядим. Значит, что у нас значит здесь? Здесь у нас как бы тазик не меняли бы, а? По-хорошему. Но дальше нужно смотреть. Это вот все, что я говорю, это только мои предположения. Да? Чтобы сказать точно, естественно, нужно это все, я не знаю, разобрать, собрать и посмотреть. Однозначно крыло заднее будет здесь под замену, потому что посмотрите, как его тут замяло. Крышка багажника под замену. Возможно, будет меняться тазик, возможно, его будут тянуть. Закрыт автомобиль. А, так, дальше, что это у нас стоит? Это у нас стоит Daihatsu, Daihatsu Thor, литровый, 17-й год, 625 тысяч. Получил по мордашке. Немного у него тут ушло все. Капот даже открывается. Планка, ну, в принципе. Внутри все целое, то есть под замену будет здесь. Я думаю, бампер сделают. Я думаю, здесь все сделают. Подтянут. Выстучат и будут ездить. Открыто. Ага, смотрите, вот ударчик какой был небольшой, да? Вообще совсем чуть-чуть, а подушки уже стреляли. С одной стороны это хорошо, но с какой-то стороны это плохо. Электродвери, хорошая комплектация в автомобиле. Штатные шторки. Задняя часть автомобиля. А дальше у нас идет гибрид Toyota Aqua. Небольшие притертости на кузове по левой стороне. На литье летняя резина. Ну что, все остальное целое, что ли, идет? Бампер немного потертый передний. Как-то, вы знаете, удар такой показательный был. В принципе, не глобал. Но по правой стороне посерьезнее. Ну, хотя тоже, смотрите, то есть крыло навесить, под крылок поставить. И все будет отлично. Дальше у нас идет Toyota Rush. 1,5 литра, 4 воды, 14 год, 849 тысяч. Подвеску задевало, стойку поменяли, поставили на ход автомобиль. Новая резина. Одно колесо новое. Возможно, запаски сняли. Все остальное идет целое.